Ну вот так вот идет шуга по каму. Уже вот за береги. Зачетный опушок. Ну я ж тебе скину. Левка. Вот она. Весь контакт. Всем привет. Наконец-то в этом году, начало ноября, выехали только на первый лед. Осень была у нас теплая. Сейчас вот заходим, протоку зашуговало. Минус 20 сегодня стоит. Будем сейчас выходить на лед. Но лед крепкий. Идем сейчас до места лова. Ну, лед потихоньку трещит. Он, товарищи мои, впереди. Будем пробовать ловить окуня. Ну что, пробиваем. Берем нашу удочку. Начнем с балансира. Лови стало. Вот так вот Олег сидит, рыбачит. Поклевка у него. Засвелились, так сказать. Он Олег сразу же вытащил. Не. Вот Алексей Ильич поймал. Окуня. Окуня. Мелкий кабанчик. Да, на балансир. Да, под другом прилетело. Вот так вот поклевывает потихоньку у Алексея. Вот так вот сидим. Потихоньку. Поклевка. Поклевка. Вот такая вот тут поклевка. Аккуратненько. Пускаем мелочь. Есть контакт, есть. Есть контакт. Такая же херня. Небольшая. Пускаем. Попался окушок. Сейчас будем пробовать здесь. Ходим, ищем окуня. Вон Алексей Ильич. Алексей Ильич. Ну-ка, посмотри сюда. Вон, есть тоже полосатик. Вон у Олега. Выходит тоже. Ну что, поклевывает потихоньку. На балансир. Ловим все на балансир. Вон Олег опять добил. Оп, по зубам. Поклевка. Оп, вот она. Есть контакт. Поклевочка.
Вон Олег, красавчик. Сошел, сошел. И такой. Ух, нифига. Ну-ка, Олег. На. Вот это уже зачетный окушок. Ну я ж тебе скинул. Только посолить тоже еще одну дыру пробить. Для чемпион. Ну вот так вот, 10 часов мы сидим рыбачим, приехали в 7 утра, потихоньку кушок поклевывает, народ подтянулся, приехали мы были одни тут. Алексей Ильич щучку поймал и зацепился. Удачно она взяла за самую эту среду. Ну что, подходим к нашему столу. Мы с Алексеем чайку. Переливать. Да. Олег вот 5 капель сейчас разведет. Но. Самогон, говорит, крепкий, надо с водой. Ну вот так. Вот. Гуляй, босой. Да, 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 да. А мы с Алексеем так вот по скромному чайку, как обычно. Тушим яйца, кто будет? Нет, Олег. У меня святые. Святые? Так сегодня же не Пасха. А ты с собой? Ух, нифига ты яйца, ты что, на куриной фабрике работаешь? Ну давай, Олег. За первый лед мы чайком. Народу вон вот столько сидит, рыбачит. Ну вот так вот съездили. Сейчас уже 11 часов дня. Стал мелкий окунь клевать. С утра тоже приехали мелкие. Где-то час поклевал, поймал вот столько. Килограмм, сколько здесь их? Килограмма 3, наверное, будет. Все, сейчас домой еду. Завтра мы на 5 съездим, посмотрим. Ну, удалось. Первый лед удался, так сказать. Сейчас мы находимся в районе высоковольтки. Народу вон там приехало. Целая куча. Ну, сейчас стало клевать, так сказать, пехота. Но вот бобер вот так вот. Бобры хреначат. Вот так вот. Вот так вот бобры здесь делают плотину. Жрут осину, делают плотину. Свежа, где-то он где-то. И здесь вот тропа бобровая. Бобра? А он тоже, он свежий. Нет, следов не видно. Ну все, рыбачить ходили вон туда, по протоке. Сейчас вот выходим к машине. Лед трещит, но уже крепкий. Вот мы приехали первые. У нас одна машина стояла, сейчас вот еще три подъехала. Ну и стол у берега тоже
получается полная протока людей, рыбаков, которые приехали на первый лед. Ну, все, скручиваемся. Всем счастливо, всем пока, до новых встреч, друзья. Вот в этой протоке мы, то есть эта протока заходит с Кана сюда. Все, вот так вот. Приехали, было минус 20, сейчас минус 4. Ну вот так вот. Идет шуга по Кану. Уже вот за береги. Скоро станет лед.